Поздравляем вас, Владимир, что благодаря вашим грамотным действиям удалось избежать жертв здесь. Посетителей, обслуживающих персонал. Спасибо. Для этих мужчин пожар в торговом центре М5 Молл стал одной из главных проверок в жизни. Теоретически они, конечно, знали, как действовать в нештатной ситуации, но то в теории. Практика, на первый взгляд, оказалась проще, но это лишь на первый взгляд. 70 тысяч квадратных метров всего площадь торгового центра, и на 500 квадратных метрах нам удалось справиться. Ну, благодаря и вашим действиям, которые давали оперативную информацию сотрудникам МЧС, которые прибывали, конечно, с такими достойными людьми, знающими свое дело, и хочется служить, и хочется работать. Как видно на камерах, охрана торгового центра работала четко, без паники, в связке с пожарными, чей профессионализм позволил торговому центру, по сути, избежать крупного ущерба. Психологической устойчивости в Лиге безопасности уделяют особое внимание. Личный состав в целом, он разномастный. По возрасту, по уровню образования, так, да по другим различным критериям. И вот надо из этого коллектива, из этой команды сделать хорошо отрегулированный механизм. А здесь без психологии ничего не сделаешь. Мы просто выполняли свою работу, скромно говорят они сейчас. Из торгового центра специалисты охранного предприятия вывели 1230 человек за 8 минут. Возможно, этот рекордный таймер был бы еще меньше, если бы посетители вели себя дисциплинированно. Люди пытались снимать на телефон, выложить куда-то в интернет, тем самым подвергали свою жизнь опасности. Я обращаюсь к тем гражданам, которые могут оказаться в данной ситуации. Думайте прежде всего о своей жизни и здоровье, о своих близких, что с вами может что-то случиться, а не о том, что вы где-то выложили это в сети, и вы стали каким-то героем. Сегодня у Лиги безопасности около 200 объектов и почти 700 сотрудников, каждый из которых теперь знает, на кого равняться. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».